Всем привет. Нахожусь, как вы понимаете, в воде в Азовском море. Вот смотрите, какие крокодилы плавают. Медуза здоровенная. Так не знаю, насколько там меня слышно. Короче, такого голубого цвета. Гадость. Мне так вот не хочется наткнуться на такое чудо-юдо. В прошлом году их не было ни одной. А в этом году их полно. Пытался провести стрим, но не знаю, что оно получилось. Как оно выглядит. Короче, видите размер. Как моя ладонь. И здоровая, блин, сантиметров сколько? 30, ну 25 точно. Вот такой вот. Кто знает, напишите в комментариях, ядовитая эта штука или нет. Просто интересно. Не хочется, конечно, чтобы такое на тебя наткнулось, особенно в морду. Когда ныряешь и не видишь. Короче, вот где я нахожусь. Вот такое вот небо заволокло. Азовское море. Удирает. Короче, так отойдешь от нее, она потом удерет, ее не найдешь. Как вы понимаете, стою с телефоном в море, в воде. Вы видите, вот моя нога. Водичка прозрачная, это единственный плюс, что хорошо, что видно. Вот. Короче, полно их этих собак. Здоровая фигня. И причем так, если отойдешь, то ли ее течением смывает, то ли она так быстро плавает, удирает, потом ее не найдешь. Можно найти только другую. А видел такого, ну это, короче, не знаю, как камера передает, она такого зелено-голубоватого цвета, скорее голубоватая. А то видел прям синяя-синяя, как у нее этот квадрат по центру нарисован. Она вся такого синего цвета. Ну еще у нее капюшон этот с этими самыми, с черной каймой. Не знаю, ядовитая она или нет. Интересно просто. Короче, такая вот фигня в Азовском море водится. Не знаю, что с морем происходит. В прошлом году не было таких медуз. Да, маленькие там вот такие вот плавали. Было. А чтоб такие кабаны, ну не было просто. Причем выныривает. Что она выныривает? Не хочется с такой столкнуться в воде, конечно. Ладно, это так. Живопись. Короче, вот. Какая погода. Вот где я нахожусь. Вот моя нога, стою по пояс в воде. Ой, красота-то какая. Водичка вообще супер. Щось летить. Щось летить велике. Короче, вот. Не видно вам, надеюсь, дно. Прозрачная. Водичка теплая, красота. Только что-то погода испортилась, солнышко удрало куда-то, сожрало. А вот вертолет летит. И низко летит. Офигеть. Вот это я камеру включил. Нормально? Искал медузу, а увидел вертолет. Вам видно? Очуметь! Вот это я включил камеру. А! Зашел медузу поснимать. Прикольно. У меня аж мурашки по коже. Он так низко летел, блин, что вообще капец. Так, а меня тут медузы не сожрут. А то я тут пока смотрю. Гляньте, как низко облетает. Надо же. Прямо по над берегом. Прикольно. Вот это да. Вот это я включил и досик записать. Короче, я думаю, что это стоит лайка. Такую штуку запечатлеть случайно. Пошел искать медузу, а снял вертолет. О, вот, смотрите, еще одна. Вот еще один кабан. Гляньте, какой здоровый. Вот моя рука. Больше моей руки. Короче, не знаю, что тут больше интересно, медуза или вертолет. Что-то ее покувыркало. Офигеть. Вот это я зашел в воду, вертолетик снял, прикольно, и удрала эта штука куда-то, да уж. Так, ладно, все, пойду выходить, короче, не знаю, меня даже речи отбило, что такой вертолет прям надо мной пролетел, не знаю, сколько метров, 10, наверное, ну низко летел очень, сами видели.
Ладно, всем спасибо, кто смотрел. Кто знает, что за медузы, напишите в комментариях. Если вертолет зачетный, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Потому что такое не каждый раз увидишь. Идешь снимать медузу, а тут на тебя вертолет летит. Охренеть просто. И погода. Ну вы видите сами. Погода жесть. То ли ливанет, то ли шо. Не знаю. Короче, вот где я нахожусь. Прямо в море. Прямо в воде. Все, всем спасибо, кто смотрел. Пишите комментарии, что думаете. Только без матов, без оскорблений. За маты, за оскорбления сразу бан, бесповоротный. Негатив мне не нужен. Будете писать негатив, тоже в бан отправляюсь. А то находятся такие... Ладно, не буду, короче, портить настроение. Водичка супер, выходить не хочется. Ладно. Всем спасибо. Вот одну выбросила на берег. Холодец холодцом. А ну будет она плыть? Не, не будет. Ага, чтобы меня не ужалило. Что-то мне подсказывает, что ей поплохело. Что-то у меня капюшон какой-то такой поломатый. Да и она вообще какая-то поломатая. Ну, может, не знаю, может, оклемается. Короче, ладно. Вон их сколько выносит. А, их тут полно. Их тут полно. Ладно. Все. А вот еще. И вот еще. Ладно, всем спасибо, кто смотрел. Короче, вот такая вот фигня. Вечер того же дня. Медузы уже начинают вонять. Их тут просто залежи. Вот один остаток холодца. Второй. Там дальше их еще куча. Но самый прикол. Посмотрите, какой штиль. Я такого вообще не помню. Оно даже если штиль, но все равно там какое-то это. А это вообще практически зеркало. Прикольно. Лепота. Тут еще чайки. Так прикольно орут. Ну, как обычно. Орут, когда нет камеры. Камеру включаешь, сразу тишина. Ну, в общем, и водичка. Камушки видно, все видно. Вон она плавает. Штиль полнейший. И это море. Самое, что ни на есть, азовское. Класс. Ветер поднялся, а то не было ветра вообще. Там чайка какая-то орет прикольно. Но они все прикольно орут. Ну какой штиль вообще. Солнышко закатывается уже. Чайки подфартило, кусочек хлеба сожрала уже. Это она сожрала хлеб?
Да? Она продолжает его есть. Не гоняй. Ну какой штиль. Это просто что-то с чем-то. Причем сегодня и дождик был. 11 августа 2020 года. Класс. Короче, как-то так. Кому понравилось, знаете, что делать. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Все, всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.